Здравствуйте, с вами Android. Android сегодня хотел рассказать о новинке. Игра называется Sky Boom Boom. В ней вы летаете на различных самолетах и пытаетесь пройти различные трассы. Данная игра недоступна в нашей стране, но найти все же ее можно. Так, скачали ее более 10 тысяч раз, оценки, ну, как таковой, нету еще. Вот наша менюшка, вот наш персонаж, мы можем иметь пилота. Мы можем, видите, у каждого пилота есть определенный уровень. Также мы можем менять самолет, но пока у нас только один самолет. Давайте нажимаем, так, вот в ангар мы заходим, различные самолеты, которые можем найти. Нажимаем Ready, различные бонусы мы можем приобретать. Ну, нужны для этого денежки. Нажимаем Flight. Чем мне нравится в данной игре, она очень красиво нарисована. Музыкальное сопровождение, как мультипликационно сделано, ну, вот, достаточно круто. Всего в игре будет около 15 самолетов, различные враги, друзья, даже боссы. И вот наш самолет. Управляем мы его, тапаем вправо-влево, для того, чтобы можем даже стрельнуть. Вот, то есть я буду стрелять в передыдущие самолеты, чтобы они нам не мешали. Также мы можем сделать круговорот, нажимая вот на эту кнопку. Вот на эту кнопку, и наш самолет залетает в воздух. Также надо обязательно опасаться вот этих вот самолетов, и чтобы в них не врезаться. Собираем различные бонусы. Также тут показано, сколько очков мы набрали, расстояние, которое мы преодолели, много чего интересного в нашей жизни. Очень круто сделано, такая для детей, мне кажется, и для всех остальных тоже. И вот мы, наконец-то мы кого-то догнали. У нас пытаются сбить, различные ракеты использовать. И вот мы долетели до первого чекпоинта. Летим дальше. И вот что-то происходит. Такая музыка, поменялась музыка. Ага, внимание, а вот и первый босс, которого нам нужно что сделать? Наверное, победить. Он у нас пускает различные ракеты. Ну, как я понимаю, надо просто преодолеть, потому что попасть я в него сейчас вряд ли смогу. Уворачиваться от различных его ракет. И пытаться не попасть и не умереть. Но пока это у меня получается хорошо достаточно, поэтому, думаю, проблем у меня не возникнет. Бомб все становится больше и больше. Прикольная игра. Если вам нравится такой жанр игр, где летаешь, стреляешь, убиваешь, не думаешь просто, то она вам пойдет на 100%. Вот мы и смогли пройти этого босса. Так, следующий чекпоинт, который мы преодолели. Ага, видите, постепенно меняется обстановка слева-справа. Ну вот такая игра, нравится, обязательно ее скачивайте, она тем более бесплатна. А с вами был Android Андроидович. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой YouTube-канал, вступайте в группу ВКонтакте. Всем пока, до скорых встреч!